Hey, ok, são meus amigos, para nós vamos para a Europa, nós vamos Sword and Swords, Nevermind. Окей, что мы с вами сегодня будем делать? Во-первых, нам нужно идти уже по карте, да? То есть мы уже довольно прокачаны, но враги там почему-то тоже довольно очень сильные. И это мне довольно... становится странно. Ладно, давайте сокрушение крота посмотрим, что будет. Бой! Ладно, нормально. Ой, я забыл атаковать. Честно, в какой-то степени это сложно. Кольцо кр... Ух ты! Кольцо кротовой власти. 20 к здоровью. Так. Минимальное необходимое снаряжение для самостоятельных путешествий. Вообще неплохо. Так, мне уже денежки дали. А давайте я попытаюсь сыграть через меч. Мне кажется, через меч будет намного-намного легче. Давай, багряный волк, поехали. Ту-ту-ту-ту-ту. А, я еще одноглазого солдата. Багряных. Видели такого? Бестолковая дрянь. Да. Не, с этим мечом, я думаю, ребята, будет намного весело. Плюс я могу уворачиваться, блокирование удара, имеется в виду впитывание урона. Но мне за тот проходку, считайте, вообще я урон даже не принял ни разу. У меня метательные ножи. Так, Рица. Духа ты или жизнь? Типа кошелек или жизнь? Как хотите. Да, лучше через меч играть. Ладно, хорошо. Оставьте себе духа ты себе. Я просто пошутила. Я ухожу. И она на самом деле ушла. Авантюристский щит. Хорошо. Очередная засада. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, блин, я не знаю, если вкачаться через лук. Ай-яй-яй. А там мне урона вообще не наносят. Пс, забейте. Я могу просто урон впитывать. Туземец. Отряд гоблинов. Урок стратегии. Выбирайте, какого врага атаковать. Нажмите на него. Серьезно, их можно атаковать? Также можно нажать Tab, чтобы переключаться между врагами. Сражайтесь с умом. Всегда думайте о том, кого нужно выбить первым. Урок закончен. Бля. Неважно. Thank you.
У меня довольно быстро щит перезаряжается. Плюс новый левел, новый щит. Но мне щиты сейчас не нужны. Три кинжала. Значит, будет три врага с кинжалами. Типа это воровская банда. О, да. Вот и все. Изи. Дизи изи. А, к дальнему бою, это херня. К здоровью-то лучше. 20% плюс. Забыто побережье. Я могу рыбачить здесь? Только чем я буду рыбачить? А у меня удочка есть? Подожди. Ту-ту-ту-ту-ту. А этого я не знаю, есть ли у меня удочка. Инвентарь. Так, лук. Метательные ножи. Это оружие. 14 клевера. Вау! Это вам не хухры-мухры. Жалкая попытка засады. Так. Ага. Ну, контратаку я лучше для таких оставлю. Пока ваншочу, пока нормально. Ау. Ау. Я не посмотрел... Подожди, а в чем мне не сработало? Земец. Странно, ладно. Стая. Так, так. Чем больше урона, тем не лучше. 12700. Я не хочу это жерелье делать, ну. Это не то, что мне нужно. Стая. Полетели. А, ну здесь... А, я не ваншотну их. Так. Они меня пробивают. Это нужно в броню уходить, ребят. Здесь лучше уйти в броню. Так, 18 дней прошло, у меня сейчас столько серебра будет. Зачем? Блять.
Подожди, сейчас у меня откатится. Все. Ух ты ж, ё-моё. Да, с этим могут уже возникать проблемы у меня. Потерпевший пни. Но они жестко атакуют. Ай-яй-яй, у меня ничего, да, нету для... А чё вы так сильно атакуете? Ладно, это мне повезло на самом деле. Здесь мне повезло. Королевский рубин. Поехали. Посмотрим. Рано. Двели куку ракарат. Все время забываешь, что ты по-гоблински не понимаешь. Как ты смеешь красить мой королевский рубин, мерзкий вор? А? Меня твоя ведьма не волнует. Тебе конец. Уху, не на то использовал. Я еще не туда и все юзаю. Найс. Рано. И ничего нету для юза. И только ведь впитывать приходится. Ничего нету. Еще раз. Try, try, next try. Ай. Рано, сука, снова. Снова я промазал. Ладно. Надо его убивать. А, на имя ж надо, точно. Впитал. Впитал. Еще попытка. Мы это сделаем, мы это сделаем. Запросто.
Рано снова. Вот какой раз уже рано я это все делаю. У него оружие изменилось, или мне показалось? Уклонение. Готовим уклонение. Готовим уклонение. Я умру от яда. Сука. Я нажимаю на них почему-то. Не страшно. Плевать. Рано снова. А здесь плохо сыграно. Ладно. Или лучше позволить ему быть в игре. Я не знаю, но здесь тоже такой момент. Фиг поймешь. А, у меня нету... Сука. У меня ничего не осталось. Не, он слишком сильный, я не могу. Вы понимаете, я просто сейчас натренирован, и я не могу это пройти. Это жесть, это просто... О, что появилось? Дом. Построить. Опыта я сколько получаю. Ну все, хватит. Сейчас мы вложимся сюда. Подожди, куда? 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 Плюс еще 30-ка. Можно фармить просто сундуки с врагов. Можно фармить сундуки с врагов. Ну блин, но урон здесь на самом деле незначительный. Увеличит максимальное количество зарядов уклонения.
Но снова же, я играю через урон. А если я буду вкачиваться через этот... Дополнительный урон от колдовства. Пускай пока что будет. Кто там со мной хочет поговорить? А, вот и вы. Рад, что вы... разделались с гигантской кротихой. Она очень дурно со мной обращалась, знаете ли? Я рад, что могу снова ходить в шахту. Спасибо, Шимики. Не за что. Блин, таверна. А что в таверне? Смотрите, кто здесь. Могучий герой, воющий с бандитами. Сейчас у меня нет работы, и меня можно нанять. Надеюсь, вы готовы тратить духаты. Мой клинок недешево стоит. Духаты лишись. Шучу. А если серьезно, оплата вперед. Да-да, не волнуйтесь, я вам помогу. У меня есть атака в ближнем бою. Так, нанимайте меня чаще, можете быть, я буду принять примеры посложнее. Слушайте, ну блин. Фиг знает. Но она со мной всегда будет? Если да, это отлично. Если нет, ну это херово. Вижу, вам удалось одолеть Бахряного Волка. Хорошо. Что еще? Похвалы ждете или что? Поддержи... Так, поддержки не ждите. Здесь каждый сам по себе. Окей, давайте тогда мы с вами вот что сделаем. Я пойду в музей, и я сейчас закину сюда денежку. Открыть кассу. Ох ты ж ё. Доход от музея 38, блядь, стойте. Все, хватит. Давайте еще по музею посмотрю, у меня же там много всего открылось нового. Мама крот. Мать кротов от ее левого хука. У вас челюсть отвиснет. Это что за херня? Я не понял, что сейчас произошло. Так, запись, 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 запись. Идет все. Так, пень. Загадочное лесное существо. Страж, страж. Багряный волк. Багряной армии не терпят измен. Так или иначе, багряные волки все равно тебя найдут. А, ну слушайте, если здесь не только по одной полосе, а еще и снизу, тогда все-таки врагов довольно много. Наемник Риц. Разносторонняя группа изгнанников, включающая себя как сирот, так и социопатов. Они последовали за Риц, потому что так было проще. Туземец Шласан. Видимо, Неверсин был не так уж и безобидным. Необитаемым. А, это уже было. Все, да? Так, музей положил денежку. Кузнец. Давайте, да, кузнецу, потому что от кузницы я тоже... Где мне взять удочку? Как мне словить рыбу? Сколько стоит? Сейчас, подождите, посмотрю. 9 серебряников. Пока что нет. Давайте дом обустроим немножечко так. Построить, потому что стоит довольно мало. Фух, довольно мало. Теперь недовольно мало. Так, уходим в улучшение, да? А, так уж и быть. Потрачу последние деньги на дом. Ау. В смысле, у меня было аж 14 серебряников. Или нет?
Или я что-то путаю? Окей, обучением потом пойдем. Давайте я все-таки ее использую. Посмотрим, что мне дадут. Если она мне поможет. Тан-тан-тан-тан-тара-тан-тан. Сегодня у нас, знаете, у нас сегодня чисто боевая, так сказать. Они только меня бьют, ха-ха. Лучше принять. Одну атаку принять можно. Ну, а теперь просто стан. И мы его бьем. А тут контратаки не было. Фух. Мерзкий. Вор. Нормально мне дали. Кольцо Лисы. 15 к восстановлению уклонения. Камень настолько блестящий, что от него невозможно отвести глаз. Кто будет мне помогать рыбачить? Так, подождите, я как раз здесь посмотрю в таверне. А, вот видите, на один бой остался. Тук-тук. Кто там? Шимки, ура! Вы добыли блестящее сокровище? А то тут тупой король гоблина уже совсем-совсем мертвый. Привет-привет! Кстати, вы видели башню злой ведьмы? Она наверняка готовит мерзкое заклинание. Скорее надо добыть следующее сокровище героя. Волшебный лук! Ой, кстати, я его типа, кажется, вроде бы потерял. Я не виноват, ясно? Он был у моего милого питомца Пупси. Я повел его гулять и... Он убежал! Этот болван от меня убежал. Найдете Пупси, найдете сокровище героя. Проще простого. Ох, надеюсь, с ним все в порядке. Я так скучаю по его объятиям. Идите, найдите моего Пупси. У него какой-то побег Пупси. Слушай, а ты случаем не видим, потому что у тебя зелье какое-то здесь бурлит. Так, я могу улучшить еще. Да, я улучшу лагерь. Ну чё, в принципе, мы с вами довольно много всего понаделывали. Давайте в музее посмотрим, мне как раз дадут сейчас денежку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Король гоблинов. Жадные существа, которые разграбили целый континент ради... А, это было, ладно. Так, и вопрос, а что мне получается делать? Давайте я сделаю таким образом. На этом мы с вами заканчиваем.
следующей серии, я не знаю, либо мы вместе будем качаться, либо я отдельно буду качаться. Но мне нужно прокачиваться, потому что это не дело. Меня очень сильно пробивает, и это... нехорошо. Поэтому сделаем таким образом. Сейчас я закончу. А потом мы с вами продолжим. Я, скорее всего, пойду в обучение. Ой, Лайн, короче, будем вместе тренироваться. Надеюсь, вы готовы к жестким, так сказать, и долгим видео, где мы сбиваем сраные яблочки, стреляем по мишеням и все в таком духе. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.